ваши друзья, наши друзья. Советуйте Альфа-банк и получайте 1500 рублей за каждую рекомендацию. И про друзей не забудем, они тоже получат деньги. Узнайте, как рекомендовать и зарабатывать на alfabank.ru. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Сидите, да? И это хорошо, потому что мы с вами сейчас отправляемся в наш дом под землей. Последние теплые дни, когда еще можно сплавиться по реке, на байдарке. Совсем скоро мы лишимся этого удовольствия. Полтора часа сплава, и вот мы уже идем по ночному лесу. Эх, побыстрее бы печь затопить, вкусно поесть, да поболтать за чашкой чая до поздней ночи. Хорошо, а завтра будет много работы, но это будет завтра. Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики канала «Лесной строитель». С вами снова я, Алексей. Ну и сегодня, как обычно, Сергей уже по традиции. Всем привет. Добрались вчера, как обычно, на байдарке. Везли очень ценный груз дядю Гену с собой. А кто это такой, точнее, что это такое, вы скоро узнаете, если посмотрите этот видеоролик. Ну, вообще, по планам... Сегодня закрыть вопрос с дверью, которая, как оказалось, все-таки немножко тяжеловато даже для нас, в принципе, да. А если ее еще и снегом привалит зимой, например, то вообще будет, ну, не выйти, тяжело. То есть мы планируем ее распилить ровно пополам и задекорировать, как обычно, мхом. Серега это сделает. Ну, а потом будет очень важный процесс, который сделает наш дом светлее в несколько раз. В общем, садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Поехали. Итак, что же мы хотим сделать? В первую очередь, сейчас половиню дверь, и мы ее декорируем мхом. Потому что ее очень видно издалека. Это первое, да? А вторая, это будет утепление. То есть это такой дополнительный слой утепления двери. Ну а дверь, повторюсь, таки очень тяжелая. И даже просто бывает вечером, необходимо чуть приоткрыть, чтобы приток воздух создать. Ну, например, мы сегодня ночью спали, было 32 тепла, вообще жары, представляете, 32 градуса. Хотя печь затопили один раз, и один раз ее всего лишь протопили полностью. И потом мы ее не топили всю ночь. И под утро было там 26-25 с открытым окном, хочу заметить. Короче, половиню крышку, и как раз Серега с мхом придет сюда, задекорируем ее.
степлер у нас сломался. Не судьба нам дверь все-таки закрыть пухом. Ну, просто перед уходом, когда будем уже отсюда уходить, накроем вот эту дверцу мхом. Да и все. А в следующий раз надо будет с нормальным степлером. Ну, на самом деле, он уже на ладан дышал давно. Еще уже серии две назад. Он через раз выстреливал скобой. А сейчас вообще все перестал. Писали люди в комментариях, не один человек об этом, что вентиляции слишком, ну вот эти отверстия, которые я насверлил, слишком малы для того, чтобы создать тягу и вентиляцию воздуха. И да, мной был проведен эксперимент, подносил спичку к одной вентиляции, ко второй, никакой тяги вообще нет. То есть воздух просто тупо стоит, не выходит, не заходит в помещение, ну и соответственно это очень плохо. И кто-то также предложил в комментариях переделать вентиляцию и просто сделать такую Г, ну как сказать, Г-образную даже, как девятка, короче говоря, да. То есть и получается, что ну, 90 идет из трубы, и потом 45. Дождь никак туда не попадет, да. То есть сейчас заменим вторую трубу, но предварительно бересту установим для скрытности на обе вентиляции, да, то есть и на вторую потом поменяем, тоже установим бересту. И после чего проверим, будет ли вообще тяга. Я надеюсь, что теперь она будет. Тяга пошла, наконец-то она есть. Пламя от спички прям очень сильно тащит туда, наружу. И это хорошо. Значит, воздух теперь будет циркулировать в нашем подземном доме. И, соответственно, будет меньше влаги скапливаться, меньше влажности, да, будет в нем внутри. Меньше будет он гнить. Это прекрасно. Да, кто-то писал в комментариях, что надо было мох полить водой после того, как его уложили. И, наверное, это был правильный совет. Вообще любые растения требуют за собой ухода, полива, удобрений. Кстати, в этом году весной по совету заядлого дачника своего отца я на своей даче стал использовать фитоактив экстра. Все мы знаем, что такое корневин и как он работает. Фитоактив экстра — это удобрение для растений, ускоряющее рост и развитие корневой системы. Работает эффективнее корневина в наименьшей дозировке. Это жидкий препарат, который полностью растворим в воде и усваивается растениями без остатка, что позволяет его применять в любых условиях. Подходит для обработки всех типов культур, включая овощи, зерновые, цветы, хвойные и плодово-ягодные растения. Можно как опрыскивать, так и поливать в дозировке 1 мл на 10 литров воды. Советую обратить ваше внимание на данный препарат.
так как довольно скоро все мы начнем снова выращивать рассаду. Также данный препарат поможет вам, если нужно, укоренить любое другое растение. Да, и совсем скоро я смогу вам продемонстрировать эффективность данного удобрения. Дело в том, что дома я посадил две луковицы. Одну я буду выращивать с помощью данного средства Phytoactive Extra, а вторую просто без каких-либо удобрений, без применения, просто меняю воду. И посмотрим, чья корневая система будет более мощной, более развитой. Ну, а ссылку я оставлю в описании под видео и, конечно же, закреплю в комментарии. Вы хотели эксклюзива, вы его получили.
Кстати, не забывайте подписываться на телеграм-канал «Лесной строитель». Обязательно это сделайте, если еще не подписались. Там много интересного контента выкладываем. То, как Серега он музыку слушал тогда в прошлый раз, то заезжали как-то к Димке, к оптимисту, в его землянку у Березы навещали мы. То есть этих видео даже не было в Ютубе. А, соответственно, в телеге они есть. Ну и совсем из последнего. Да вот, заезжали к пацанам, к Женьку, который землянку строит, который мне здесь помогал, да, и еще, я думаю, поможет. Заезжали, бревна попилили, такой небольшой презент от себя сделали. Ну, короче, заскочили на 5 минут. Так что подписывайтесь и смотрите интересный контент, которого в Ютубе никогда не увидите. Офигеть, все, по-моему, в порядке, представляете? Опа! Геннадий, ваш выход! Прошу. Знакомьтесь, это Гена. Ну, как уже многие из вас догадались, это бензиновый генератор. Сильно на нем останавливаться не буду, так как за рекламу этого товара нам не платили, куплено на свои деньги. Ну, а работу его вы сможете сами оценить, посмотреть. Ну, если кто-то захочет вдруг, то, может быть, потом остановится на покупке такого же генератора. Давайте его заведем и пройдем в помещение, поговорим о том, зачем вообще он здесь сегодня нужен, для каких целей и что там внутри мы будем сегодня делать. Итак, что же мы сегодня запланировали сделать в нашем доме под землей? Принесли сюда, как вы уже поняли, бензиновый генератор. Выбирал его специально самый такой малошумный, всего лишь 57 дБ у него шума, даже меньше, чем у бензопилы. Наверное, даже моя болгарка, которую притащил из дома, будет намного мощнее и больше шуметь. Так вот, мы будем зачищать сегодня стены. Я хочу добиться светлого помещения. Зашкурить все стены и убрать верхний слой коры. Специально для этого привез сюда большое количество, как они называются? Ну, короче говоря, вот эти диски, типа наждачной бумаги, да, которые... будут, с помощью которых я буду зачищать стены. Они у меня разной зернистости. Есть 40-е, есть сотка, 60, 80. Ну, короче говоря, от меньшего к большему. Советую всем всегда брать с собой все необходимое. То есть это респиратор, чтобы не вдыхать эту пыль, которая сейчас будет здесь везде. Наушники, чтобы не портить свой слух. И, естественно, очки. Техника безопасности прежде всего. Ну что, начинаем. Погнали. Пылище, конечно, здесь невероятное, но результатом я уже практически доволен. Снял, не знаю, сколько слоев уже с бревен коры, уже они приобрели такой светлый цвет. Единственное, конечно же, не получается подлезть в такие труднодоступные места, как между бревен.
Но в этом нет ничего страшного, потому что мы все равно будем сюда забивать мох. Как раз таки сегодня вообще и планировали этим заняться тоже. Есть такие, как бы сказать, темные, да, пятна, которые тяжело снять. Дело в том, что мы же использовали для строительства нашего подземного дома валежник, который уже не пригоден для использования в промышленных целях. То есть из него невозможно, например, изготовить доски, да, и продавать их на лесобазе где-нибудь, стройматериалов. Поэтому здесь есть следы от краеда. Вот они, прям их много. Практически на всех бревнах. И это к вопросу о том, что является ли весь материал, из которого мы строили дом, валежником. Ну, как минимум, это точно непригодный для строительства материал. Вот, я сначала расстроился из-за того, что вот эти вот такие места глубокие не получается снять. А потом подумал, ведь это же интересно, то есть такой рисунок прикольный получается. То есть не вот просто голое бревно, да, светлое, а именно вот с какими-то какими-то пятнами непонятными. Интереснее даже, как будто бы как обои, да, такие. Не вот просто белый фон, а как обои какие-то пятнистые. Потом, впоследствии, может быть, имеет смысл вообще все это дело покрыть, например, лаком, да, каким-то бесцветным, но уже не яхтным, а чем-то попроще. В общем, если кто знает, напишите в комментариях, и будет здорово, если вы дадите совет. Задача – зачистить бревна на кухне, в ванной и в душевой, так сказать, будущее. Я их зачищать не планировал и не планирую. То есть коридор и, соответственно, кухня, чтобы здесь было светло. В спальне, кстати говоря, скорее всего, тоже я ничего зачищать не буду. Так что одну стену наконец-таки зачистил. Можно продвигаться дальше. Ну что, друзья, пока Алексей занимается ошкуриванием стен, я продолжаю заниматься своим любимым делом – собирать мох. Но уже не для декорирования, а для того, чтобы пробивать стены для утепления. Вот, собственно, так как черный бумер мы увезли, собираю вот я вот в такие вот пакеты. Уже 4 пакета принес. Я думаю, еще 2, и на этом хватит. Ну что, пойду собирать. Но прежде перед этим я вам кое-что покажу. Друзья, смотрите, вот они, красавчики. Это маслята. И таких я нашел сегодня уже очень-очень много. Так что, скорее всего, завтра поедем домой с трофеями. Красота какая, не правда ли? Ваши друзья, наши друзья. Советуйте Альфа-банк и получайте 1500 рублей за каждую рекомендацию. И про друзей не забудем, они тоже получат деньги. Узнайте, как рекомендовать и зарабатывать на alfabank.ru. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Ну все, на сегодня хватит. Начал в 12 часов дня. Сейчас уже время 8 часов вечера. Хочется есть, и я так думаю, что еще и убираться здесь придется очень долго. Почти сколько? 8 часов? Ну, почти 8 часов. Я здесь все это дело зачищал болгаркой. Вид мне нравится, устраивает. Кухонная зона готова. То есть в следующий раз, когда мы приедем, можно будет сделать перегородку в душевую и, наверное, уже заниматься обустройством кухни. То есть это стол и, соответственно, предметы быта, да, там какие-то полочки, стулья, табуретки.
Плюс ко всему, конечно же, еще и дверь остается поставить входную. Но это, ладно, дело наживное. Главное уже решить и сделать кухню, чтобы можно было нормально здесь питаться. Тогда сейчас я навожу порядок, все здесь подметаю и, возможно, даже придется полы немножко протереть. Ну, а потом будем готовить ужин. Ну все, теперь безопасность печки обеспечена на 200%. Ведь мало ли, какие-то угольки там оттуда выскочат из печки, когда дрова закидываем. Поэтому вот такой вот оцинкованный лист прикрутил, и можно переходить к ужину. Передаю тебе, Серега, бразды правления по традиции уже. Ну и буду сидеть пить чаечек. Ну что, в эфире опять поварешки от Сережки. На самом деле я очень рад, что отклик наша новая рубрика нашла. В прошлом видео я просил вас подсказать какое-нибудь блюдо. И было очень-очень-очень много комментариев с очень большим количеством блюд. Я нашел один интересный вариант. Я думаю, он вам понравится. Это так называемый мексиканский суп тако. Ну или тако-суп. Не знаю, как правильно, конечно, сказать. Вот. Меня привлекло тем, что продукты достаточно все, которые можно найти у нас в магазине. И время приготовления было заявлено, что достаточно быстрое. Ну что, приступим. Для приготовления данного блюда нам потребуется говяжий фарш, лук, перец болгарский, фасоль красная, кукуруза, томатный сок, паприка, перец, соль и вот такая вот штучка, она обязательно в данном рецепте, называется перец халапеньо. Вот такая вот штука. Ну что, погнали!
все еще. Да, острый прям вообще нормально. Да. Аж дыхание сбивает. Наверное, такой суп хорошо зимой кушать. С мороза? Да. Да. Минус 40. Да ну даже минус 15, я думаю, уже отлично будет. Не, вкусно. Но прям остро. Да. Ну, нужно понимать, это мексиканская кухня, она вся острая. Кстати, напишите в комментариях, может, кто-нибудь был в Мексике, а может быть и живет и смотрит нас оттуда. Пишите, будет очень интересно узнать. Да, вот это было бы круто, если кто-то действительно смотрел нас из Мексики. Вкуснятина. Купил себе ложку деревянную, и вот прям буквально не так давно один канал смотрел, там дяденька есть не мог деревянной ложкой, и вот сейчас вот тоже понимаю, что неудобно, зараза, то есть она слишком глубокая, какая-то как половник какой-то. Я, кажется, даже догадываюсь, какого дяденьку ты имеешь в виду. А-а-а. Я тоже видел канал этого дяденьки. Ну, мы не будем рекламировать его канал. Да. Ой. Не, вкуснятина прям. Обалденно. Но будьте готовы к тому, что льется отовсюду. Ну, я имею в виду, у меня немножко это... Нос прошибло уже. Да. Остренько. Завтра за грибами? За грибами однозначно. Грибов-то много, оказывается. А вчера ночью всю ночь шел дождь, ливень даже, я бы сказал, прям где-то в два, наверное, зарядил, ну и прям до утра. И грибочки появились, так что завтра будем собирать их. Да. Ладно, до завтра. Спокойной ночи.
На улице холодно, хочу сказать. В доме 25, ну 26 даже градусов. И это к вопросу о том, будет ли зимой тепло и как быстро мы будем прогревать такое огромное помещение. Пока все предпосылки есть к тому, что будет действительно тепло и все будет прогреваться очень быстро. Ну ничего, сейчас скоро холода придут. Уже листья опали. И сегодня-завтра первый снежок уже выпадет. По планам использовать весь джут, который у меня валялся здесь под кроватью уже, наверное, месяца 4, ну не 4, нет, вру, месяца 1.5-2 точно. Хотели утеплять мхом изначально дом, да, но, на мой взгляд, во-первых, стены, которые обработаны, зашкурены, да, назовем это так, ну, там мох будет как-то неуместно смотреться, ну, это мне так кажется, это во-первых. А во-вторых, кстати, кто-то писал, опять же, в комментариях, что мох очень быстро сохнет, высыпается. Ну, в целом, да, то есть есть такое. Ни в коем случае я не строитель, поэтому, естественно, какие-то ошибки у нас есть. Я допускаю их постоянно, как с той же вентиляцией, да. То есть сначала сделали такую вентиляцию, потом почитал комментарии, действительно, то есть надо было делать вентиляцию во всю трубу, а не вот эти вот отверстия насверленные. Ну, и в итоге переделал. Сейчас тяга есть, то есть вы сами все это видели. Еще по-хорошему одну трубу вентиляции надо опустить к полу. Кстати, вчера, можете поздравить, я впервые в нашем доме искупался. Вскипятил ведро воды, сел там на лавочку и прям помылся. К вопросу о том, зачем вам в доме душ. Я, конечно, не знаю, как там у некоторых людей, да, которые пишут комментарии, может быть, они раз в неделю моются, их это устраивает. Но мне нравится, когда в доме есть душ. Даже зимой, представьте картину, да? Приехать сюда, там, поработать, что-то сделать, и вечером искупаться, сполоснуться. Ну, это же круто. И баня не нужна для этого. Что там надо-то? Ведро воды горячей, и хватит. Ладно, пойдемте работать. Ну все, готово. Кухонная зона полностью готова для того, чтобы здесь ставить мебель. Все утеплено, все зашкурено. Вид просто великолепный, мне очень нравится. Пойдемте за грибами и потом будем собираться домой.
Вот так вот, не зря за грибами сходили. Что-то интересное нашли, интересную локацию. Ну, это прямо укрытие похоже на навес. Может быть, знаешь, может быть, вот здесь, допустим, костер развел аккуратненько. А тут, спали. Да, тут просто спал. Мое мнение, что это укрытие. То есть здесь птица. Здесь кто-то ночевал. Возможно, какая-то аварийная такая ночевка была, выживальческая. Лежак даже, подобие лежака. И прямо вот так вот костер развел. Ну да, кстати, а что? И вот так вот спал человек. Угу. Ну, очень старое укрытие. То есть либо палатку не взял, либо, может быть, там что-то произошло у человека, он решил заночевать. Бревна очень древние, ну, лет 7 они точно здесь лежат, если не 10. Я просто уже примерно ориентируюсь по деревьям. Так что это лет с 10 назад, наверное. Не. Ну да. Не, это, видимо, знаешь что, это вот с крыши, то есть оно сгнило упало. То есть, представляешь, я говорю, это 10 минимум, это даже, наверное, все 15 уже. Вероятнее всего, у человека был какой-то либо тент, либо спальный мешок. Да, да, да. Под крышей, под этой, а здесь у него горел костер. Да. Ну, ямка вырыта прям вот, на мой взгляд, ну, хорошо, идеально. Да. Идеально сделано, знаешь, с какой точки зрения, что там река, то есть холодный воздух с реки не пойдет оттуда, с той стороны. Он прям здесь как стена у него от реки отгородился. Да. Костерок. Ну, может быть. Да, ладно, пойдем. А это что такое? Если кто-то знает, то обязательно напишите в комментариях. Очень интересно. О, красавчики. Привет, дружок. Сейчас мы тебя срежем. Я там еще нашел. Чего купил? Пойдет. Ну что, Серёж, поздравляю. Целое ведерко. Ведро есть, да. Ведерко грибов. Набрали. Маслятки. Замариновать. Или с картошечкой, да с лучком. Лепота. Ну, а у нас сейчас обед. И будем собираться потихонечку в сторону дома уже выдвигаться. Время и так уже час дня. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте писать комментарии по поводу всего, о чем мы вас просим постоянно в видеороликах. Можете, кстати, написать еще и комментарии по поводу музыкальных предпочтений. Это я к тому, что кто внимательно смотрел прошлое видео, наверняка видели, как Серега тут отжигал под одну песню. Вот тоже, кстати, интересно, да? Напишите, что за песня была в конце прошлого видеоролика. И напишите о ваших музыкальных предпочтениях. Я считаю, не все получалось, и не все получилось, как хотелось. Но мы компенсировали это грибами, а это уже огромный-преогромный плюс. Это прям очень хорошо. Что еще сказать? Работы предстоит много, поэтому увидимся мы уже в следующих видео. Я думаю, это будет достаточно скоро. Да. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пишите комментарии. Пока-пока. Огонь. Звук. Раз, раз, раз. Чтобы везде одинаково было. Поставил запись или нет? Тихо, все, тихо. Не шуми.